Всем здравствуйте, меня зовут Елена, канал «Счастливая улитка». Сегодня обзор и мое субъективное мнение на крем «Ямалая с витамином Е». Надеюсь, я правильно произнесла название. Это уже третий обзор на крем от этой фирмы. Первый обзор я делала в 2018 году. Тогда купила набор крем, маску, тоник. Второй раз покупала крем. Этот обзор на крем я делала 2 года назад, в 2020 году. Отзывы на те обзоры с разницей 2 года разные, но оба раза я крема отдавала, и пользоваться я ими не стала. Не пошли они мне. Ссылки на те видео будут в описании. С кремами мне в последнее время совсем не везет. И я купила с витамином Е, Ямалаю. Решила попробовать еще раз, спустя 2 года после последней попытки. Заявлено интенсивно увлажняющий крем с природным витамином Е, ростки пшеницы, сладкий миндаль. Питание, защита, бережный уход. Смягчает, питает кожу, защищает от агрессивного воздействия внешних факторов. Хорошо увлажняет и устраняет сухость кожи. А теперь отзыв. Отзыв от моей комбинированной кожи и от сухой кожи. От кожи другого человека. Крем был по скидке. Эта баночка стоила мне около 60 рублей. Обычно отзывы от моей кожи и от кожи другого человека разные. Всегда, когда я снимаю, они разные. Но не в этот раз. Крем легко наносится, хорошо распределяется по коже, увлажняет и раздражений не вызывает. Все, что заявлено, все, что я читала, абсолютно все выполняется. Ну, это я так считаю. Это хороший увлажняющий крем. Все, что заявлено, он делает, он увлажняет. Ничего более, кроме увлажнений, он не делает. Ну, я от него более ничего не ожидала. Я очень довольна кремом. Те 2 раза я покупала крема, тоже Ямалая, но только в этот раз я купила с витамином Е. Мне понравился. Я буду покупать еще. Человеку сухой кожи этот крем подошел и понравился. Она сказала, что будет покупать его еще. Это только отзыв от меня и еще от одного человека с сухой кожей. У меня кожа комбинированная. У вас все может быть иначе. Это только наш отзыв. Это все видео на сегодня. Всем спасибо за просмотр. Всем спасибо за внимание. С вами была Счастливая Улитка. До свидания.